начал. Ну что, ребят, всем привет, снова я, снова вы, видосик по Fortnite. Только что увидели небольшую нарезочку моих фрагов. Их я делаю, опять же, с геймпада и с теми настройками, о которых сегодня пойдет речь. Думаю, вы видели название, вы видели превьюшку. Сегодня я покажу вам лучшие настройки для новичков, которые пришли в Fortnite и пока что не умеют строиться. Они не означают, что вы не сможете строиться, но быть крайне эффективными, когда вы типа вот это вот все, вот эти трипл эдит и шмэдит и так далее, это, конечно, с такой сенсой и настройками вряд ли получится. Но самое главное, ребята, вы будете эффективно стрелять. А на данный момент в игре это больше половины успеха, потому что даже самые сильные челы, которые могут залететь к вам в коробку, они ничто перед крутым спреем, когда вы с ппшки просто уносите чела там буквально за, там, ну не знаю, 10 пулек, когда он только к вам залетел. Таких сегодня было на стриме очень-очень много. Стримлю, кстати, каждый день утром. Сначала смотрим всякие приколы по Fortnite и дальше идем немножечко играем. Учусь играть на геймпаде, ребят. И за прогрессом обязательно приходите и следите. Ну а теперь погнали к настройкам. Типа, шо сиськи-то мять? Правильно? Так, заходим в параметры, заходим в настройки геймпада. Здесь у нас поначалу все крайне-крайне просто. Автоматический бег включен, построить немедленно включено. Тайминги на редактирование минимальные, тайминги на скольжение 0.125. Вибрация по вашему желанию. Первое интересное, ребята, коэффициент чувствительности в строительстве и редактировании. Советую делать их одинаковыми, для того, чтобы было удобнее ощущать сенсу на уровне мышечной памяти. Также советую применить продвинутые параметры, для того, чтобы вот это вообще все открылось. Идем дальше. Кстати говоря, не советую делать их, вот эту сенсу, высокой, пока вы не научитесь играть. Вот, горизонтальная скорость камеры и вертикальная скорость камеры 45%. Вам вилочка небольшая от 40 до 45%. Это вполне нормальная сенса, учитывая, что стрелять мы будем на экспоненте 40-45%. Там вот подбирайте под себя. Можете сделать прям по минимуму. Просто если сделаете меньше, ставить коробку вокруг себя будет достаточно проблематично. А в этой игре, особенно сейчас, ставить коробку нужно. Для того, чтобы, опять же, защищаться от урона. Ускорение мы все отключаем, потому что они нам не нужны. Скорость камеры в ADS я ставлю 14%. Можно сделать до 17. Либо сделать от 11 до 17, в общем, вот такая вам вилка. Выбирайте сами, я понижал потихонечку, сделал 14. Мне пока что хватает, очень удобно стрелять на дистанцию. То есть, где нам нужно контролировать отдачу на автомате семерых. Это действительно неплохая сенса. Ускорения у нас также будут отключены. И вот здесь вот интересный момент. Время ослабления. Это время, которое потребуется на то, чтобы достичь необходимой скорости вращения камеры после первоначального отклонения правого мини-джойстика геймпада. Работает оно по следующему принципу. Это означает, что примерно 0,2 секунды вам требуется на то, чтобы стик начал полный разгон. То есть от минимальной скорости до максимальной за 0,2 секунды. Это позволит вам точнее целиться на дистанции. И в принципе не ускоряться слишком сильно там, где это не надо. Также кривая ввода будет экспонента. Я предпочитаю экспоненту для стрельбы. На линейке стрелять на дистанцию не так кайфово, как на экспоненте. Опять же, из-за ускорений. Потому что персонаж врага не может двигаться быстрее, чем обычно. И, соответственно, если вы будете каждый раз ускоряться, ну, вот вы в него прицелились, и у вас каждый раз начинается ускорение, когда вы начинаете отодвигать камеру, и у вас будет прицел двигаться как бы вместе с врагом, ускоряться вместе с врагом. Это очень комфортно для стрельбы на дистанцию. Помощь прицеливания 100%, но на самом деле она практически не работает. Я хочу в качестве челленджа как-нибудь поиграть, постримить
месяцок на PS5. Возможно, там сенса помощь прицеливания работает лучше, но на ПК ее практически не ощущается. А в прицеле автомата семерых его вообще нет. Поэтому у меня вызывает это некоторые вопросики. Зона нечувствительности геймпада, она же мертвая зона. Здесь, ребята, советовать ничего не могу. Ставьте минимум допустимый для вашего геймпада. Если у вас слишком сильно дрифтит стик, то есть у вас он сам по себе просто движется, не знаю, влево, вправо, вверх. У меня, допустим, вверх движется немного, если я сделаю меньше 10%. Вот, выставляйте в зависимости от ушатанности вашего геймпада. На новом геймпаде можно и 3% поставить, как бы, и у вас ничего такого не будет. Чем меньше мертвая зона, тем более отзывчивым будет геймпад. Идем дальше в настроечки. Настроечки, ребята, у меня максимально простые, но они работают в том числе и в клоу режиме. То есть на данный момент у меня геймпад, на котором два лепестка. У меня контроллер от Gearset DualSense. У меня есть два лепестка, на которых у меня поставлено редактирование и другой режим. Но вы можете заметить, что на левый стик у меня тоже включен другой режим. Это означает, что я могу в частичный клоу играть в частичном клоу, и при этом у меня все будет под руками, так скажем, под пальцами. Это достаточно удобно, но клоу играть могут не все. Опять же, тут уже зависит от вас. Опять же, многим рекомендую, сейчас есть возможность купить на Алиэкспрессе такие штуки, как Extreme Raid Kit. То есть там можно даже без пайки, просто с помощью комплектной отвертки и вот этой вот, не знаю, стамесочка вот эта дурацкая, пластмассовая. С их помощью можно поставить, так скажем, вот эти самые две кнопочки на заднюю сторону DualSense, и у вас будет дополнительные две кнопки. Стоит это около 3000 рублей. Там, кстати говоря, сейчас есть еще Extreme Raid на 4 лепестка, но их я еще не тестил. Вот. Но опять же, ребят, это не реклама, просто сам пробовал, сам могу сказать, что работает достаточно хорошо. Ну и второй момент, который достаточно интересен, некоторые люди этого не знают, но знать стоит, это редактирование. Так вот, редактирование само по себе у меня поставлено на нолик. Но если вы зайдете сюда, то вы увидите, что подтверждение у меня стоит на L2. А сбросить, то есть отменить, так скажем, то, что вы выбрали во время редактирования, стоит на R1. Сделано это для ускорения, потому что когда вы нажимаете подряд, допустим, вот эту клавишу, вот эту и вот эту, это как бы эффект барабанных палочек. То есть вы быстрее нажимаете эти три кнопки, чем нажмете эту кнопку и эту кнопку еще раз. Просто у вас палец как бы не сработает так быстро. А вот если раскидать на эти три кнопки, будет супер-супер круто. Вот такие вот, ребята, настроечки. Сам я по себе потихонечку учусь играть тоже на геймпаде. Приходите посмотреть, как я прогрессирую. Вот. Посмотрите на добрых стрим-снайперов, которые приходят и сливаются. Мне говорят: братан, тебе надо больше ПТСиков, ну ты чё тут на 4000 ты сидишь? Такие вот дела, ребят. Всем спасибо, всем пока. Еще раз, приходите на стримы, ставьте лайки, пишите яйки. Ну, вы поняли.